Слушайте, опять же, пока искала разные игры на Алиэкспресс, увидел вот такое вот божество. Это маленькие, буквально по 3-4 сантиметра в высоту. Вот такие вот бутылки. Я думаю, что это сделано из эпоксидной смолы. Да? Потому что это не стекло, это пластик. Сломаться, разбиться это не сможет. И вот такие вот разные бутылки. Бутылки с водой питьевой. Тут даже логотипы, вон, смотрите, написаны. Кока-колой. Всякие эти вот, как они, коктейли. Вот такая у меня кока-кола есть. В общем, я на пробу взяла 3 вида. Мне что захотелось с ними делать? Мне захотелось их вставлять в ящики для бутылок и сортировать. У нас есть знакомый Давид. Большое спасибо. Это муж Анны из города Свистухи. У нас в городе Свистуха есть... А, деревня... А что я сказала? Из города. Из города, да. У нас есть деревня Свистуха. Там есть центр тоже, все знаете, как и наш. Наши знакомые им занимаются. Анна и Давид. Вот у Давида есть лазерный станок. Я его попросила. Давид, говорю, собери мне такие вот ящички. Пожалуйста, получится у тебя вот под размер бутылок. Вот он мне сделал 14 штук вот таких ящиков на лазерном станке. Я предполагала, что у каждого ребенка будет по 2 таких ящика. А может быть, если мало детей на занятии, то и по 3. И вот мы вот это все перед ребенком высыпали. Мне кажется, это все детям понравится. И предлагается в одну коробку собрать только бутылки с кока-колой. В другую коробку собрать бутылки с чистой питьевой водой. В третью коробку собрать стаканы с чем там, с коктейлем, да, придумайте сами с чем там, может, с соком, ну, больше на коктейли похоже. Вот, бутылок на Алиэкспресс разных много. Я, значит, для первого раза заказала вот такую штучку, и посмотрите вообще на это качество, подойдет мне, не подойдет, получится моя идея или не получится. Мне это все дело понравилось, и поэтому я заказала еще, но еще пока не приехала. Больше разнообразия с бутылками, вот с этими, с водой, еще какие-то напитки вот такие вот, в общем, попозже приедет. Кока-кола болтается, потому что приходилось подгонять под размер вот этих вот коктейлей. Они, видите, коктейль потолще, такой покруглее, а кока-кола поменьше. Поэтому вот, меньше уж не стали пилить, чтобы она четочка стояла. Ну, ничего, и так стоит, нормально, нормально. Возраст опять, значит, от 1,5 лет точно, но под наблюдением, чтобы в рот не запихнул. Задача педагогическая – сортировка, развитие внимания зрительного и слухового, графомоторные, почему графомоторные, моторные навыки, зрительно-моторная координация, то есть глазом увидели, рука вставила. Праксис у нас работает, щипковый захват, и это нужно все вот так вот это взять, это все маленькое. Вот, пальцы у нас готовятся вот к этому захвату. Ну и мне кажется, это очень мило, это прям вот мимимишно, они вот как настоящие, видно, да? Такие классные, прям их приятно держать в руках из-за того, что они гладкие, отшлифованные, яркие. Ну, мне очень понравилось. Я думаю, что когда это придет в большем количестве, я думаю, что детям это дело понравится. Вот, я у Давида спросила, говорю, Давид, если вдруг люди после обзора заинтересуются и захотят приобрести такое же, говорю, ты не будешь ли против, если к тебе там придут какие-то заказы на исполнение вот таких вот ящичков? Он сказал, что не против. Поэтому, если вас заинтересует эта игра, и вы закупите вот эти бутылки, мы тогда оставим контакт Давида, наверное, или как, или к нам пишите на почту. На сайте разместим, да, или на сайте, да, разместим, где их можно будет приобрести. И эти коробочки можно будет приобрести. Я не думаю, что они будут дорогими, да, это все-таки фанера у нас, лазерная резка. Ручная. Ну, ручная, да, согласна. Ну, в общем, да, в общем, возможно вот такой комплект изобрести, ну, сделать на заказ. Все, с этой игрой заканчиваем. Убираю все эти ящики. Где у меня бутылки все эти лежали? Я уже приготовила банку под бутылки, но бутылки еще, к сожалению, Алиэкспресс задерживает. И все это так что-то долго едет. Вот, поэтому я и спешу вам сделать, что мы уедем, потом это приедет. В общем, не состыкуемся никак. Такой у меня волшебный чемоданчик получился с этими ящиками.